смотри, аутлет плюс 20 минут еще со всей этой пробкой. Угу. Мы все вместе, если плюс 20 минут, ровно час на 7 километров потратим. Всем привет! Сегодня мы решили поехать опять в аутлет и в Голландию, в город Рермонт. И вот посмотрите, что тут творится. Мы уже... Так, на данный момент 40 минут стоим в пробке. И нам еще до пункта назначения, наверное, 2,5 километра. И в Германии праздники. Праздник называется Пфингстен. Он идет 2 дня. То есть в воскресенье и в понедельник. И поэтому, наверное, это причина тому, почему здесь так много автомобилей, желающих посетить эти аутлеты. Это все дизайнерские аутлеты. И, в общем, неправильный день мы выбрали. Но ничего не сделаешь. Придется стоять в этой пробке. Так, ну что, я могу пару слов пока сказать об этом аутлете. Где он находится? Это не аутлет, а аутлеты. То есть, чтобы сюда попасть, нужно проехать по 52-му автобану. Для тех, кто живет в Германии, если у кого-то есть интерес. То есть, автобан номер 52, и вы попадаете прямо в этот город Рермонт. Находится он практически на границе. От границы с Германией где-то, ну скажем, 5-6 километров. Если кто-то любит дизайнерские шмотки, то эти аутлеты для вас нужный адрес. Здесь есть практически все дизайнеры. В принципе, я уже снимал видео о этих аутлетах. Это было в январе месяце. И здесь можно очень выгодно купить шмотки. Хорошие шмотки. Кого дизайнерские вещи не интересуют, им, в принципе, здесь делать и нечего. Потому что тут продаются только настоящие дизайнерские вещи. И желающих, как вы видите, очень много. От нашего города находится этот Рермонт в 120 километрах. Так, я не понял. Теперь все вправо перестраиваются, меня что, не впустят? А еще и начинается дождик. Смарт хочет туда. Уже, видать, хорошо знает эту работу. Ну, конечно, каждый день стоят. Я думаю, именно вот так, только на выходных. Ну да. Так, ну а мы едем на большую парковку. Bitte den Kreisverkehr an der... В общем, парковка стоит здесь 3 евро на весь день. Есть также гаражи, не только вот именно вот здесь парковочка. Ну вот эти вот супервайзеры, я их так назову, которые здесь направляют, они, наверное, только... по выходным, когда насыщенность большая. Среди недели здесь нет такого. Так, нажимаем, получаем карточку и заезжаем на парковку. Сколько будет стоить? А, вот тут автоматы сейчас стоят. Тут автомат, да, вот написано 3 per day. 3 в день. В общем, я почему показываю, потому что некоторые люди... Ну, бывает там, коллеги, разговариваем, и люди-то даже и не знают, что здесь аутлеты такие есть. Хотя посмотрите, сколько людей знают об этих аутлетах. Ну, в общем, с ребятами разговариваю, вот, хотят там шмотки, то, все, и не знают о существовании вот этих аутлетов. Ну, поэтому, если вдруг кто посмотрит из Германии, вот, пожалуйста, получите впечатление о том, как здесь выглядит. Вот гаражи напротив стоят. Их
совсем недавно построили. От силы год, может быть. И вот проблема здесь, именно на этой парковке найти саму парковку. Потому что я думаю, там в гараже не так уж проблемно с парковкой. Ну, в принципе, я не буду показывать там много об этих аутлетах, потому что когда я зимой ездил, я очень во многие магазины заходил и показывал, что там предлагается, по каким ценам. И на это я просто сделаю такую инфо-вставочку, которую вы увидите сейчас. И можете зайти и посмотреть, у кого есть желание, что же представляют себе эти аутлеты. Ну, немножко я засниму, конечно, пару отрывков сделаю, моментов. Вот, повезло нам немножко, в конце концов. Прямо у входа запарковались мы. Вот это вот вход. Эти аутлеты. Ну, я смотрю, и место уже вон освободилось, потому что время уже 16:15. Основная масса уже выезжает. Так, друзья, ну уже на входе понятно, что здесь кучища народу. Обалдеть. Так, ну а вот здесь я смотрю, совсем новая улочка, которой вообще не было здесь. Видать, недавно открылась, потому что зимой ее еще не было. Еще какие-то магазины. Смотри, какие балконы, видишь? В ресторане.
Все, мама, пойдем, вон туда. Не знаю, может у тебя роуминг включен или выключен. Вот, смотри, заряжается Тесла с зарядной станции. Кто-то приехал, видать, а вот и автоматы платить. Заряжает машину. Вон, видишь, полоска бегает. Да. Это что за машина? Тесла. Она полностью электромотор. Электропривод. Ну вот и все. Мы здесь погуляли. Ну и парковки уже попустили немножко. Хотя люди еще вот выходят. До 9 вечера открыто. Здесь все. И работает это все дело. Кроме двух дней в году, практически каждый день. Вот и у нас сейчас в Германии праздники. Воскресенье, понедельник, а здесь все будет открыто. Поэтому и народу столько. Но я смотрю, они здесь конкретно расстроились. То есть внизу вот здесь, где вот этот гараж сейчас стоит напротив, внизу было все щебнем усыпано. А сейчас все заасфальтировано. Чё ты меня не будешь пропускать, дядя? Не хочет. Даже вот эти вот Тесла зарядки для электроавтомобилей здесь установили. Сейчас, конечно, отсвечивает сильно. Ну а мы едем домой, обратно в Германию. Еще я вам покажу, как выглядит граница между Голландией и Германией. Так, время у нас, ну еще 40 минут, все будет открыто. 20 минут 9. И когда такая погода, хорошо. Не жарко, не холодно. 20 градусов сейчас. В сильную жару тоже там уморишь. Народу куча вообще. Просто, не знаю, никакого удовольствия нет ходить по рядам. Магазины, да. Вот столько стоит коляска, я вижу. Explore. Но мы купили другую. Крузи. Карточка, вот она. Так, дайте дочки.
Так, форточку я прикрою. Так, ну мы направляемся в сторону города Дюссельдорф на 52-й автобан. Так, ну вот мы подъезжаем к границе уже. Сейчас предупредительный знак. Вот, Bundesrepublik Deutschland, через 1 километр. Ну, пока я, например, еще по разметке вижу, что мы находимся в Голландии. Немножко отличается разметка, и дорога отличается немножко. Заедем в Германию, можно будет дать немножко газку. Так, вот мы заезжаем в Германию, Bundesrepublik Deutschland, САК, пересекли, земля Нордрайн-Вестфален, и мы едем теперь по Германии. И тут еще раз напоминают о том, что в Германии дороги платные для грузовиков. До Дюссельдорфа 52 километра, до Мюнхен-Гладбаха 28. Так, ну все, мы едем домой, летим, так сказать, по немецким автобанам. Всем спасибо за внимание и пока. До встречи в моих новых видео.